Серега, привет, я тебя записываю. Для всех, для нас очень приятно. Слушай, ты нормально выглядишь, говорят, что там все было хорошо. Что у тебя? Лапу, давай. Все, все понял, Сережа. Передай что-нибудь супруге, я сейчас к ней спущусь. Мы с ней виделись только, это большое счастье, что... Она потом поднимала себе, да? Да. А, боже мой. То, что так случилось, это... Серега, самое главное, что руки целые, я тебе пожал руку, у тебя самое ценное, улыбайся больше. Ноги восстановятся, ничего, нифига, будет все нормально. Передай все ребятам, чтобы было. Всем ребятам здоровья, успеха в новом году, счастья, удачи, улыбок побольше. Сережа, говоря, знаешь, примета какая? Плохое начало, но хороший конец. Год начался не очень, но я думаю, все будет нормально. Сереж, что принести, говори. Какие проблемы? Ну, что у тебя здесь вообще с ногами? Перелом множественный. Ног, да? То есть это на месяц, наверное, не меньше. Видимо, да. Ну ты, в общем-то, нормально выглядишь. Ну, по сравнению с тем, что там произошло, да. И с тем, что как вы выжили, там все были. Сереж, скажи, пожалуйста, насчет машины. Где, чего и как? Машина. Может быть, нужно найти. Тебе сведений никаких нет? Нет, в смысле, нет, там все. Машина, все. Да я видел фотографии, что там она восстановлению не подлежит, но самое главное, где-то она должна быть. Ну, это Лариса знает, они уже все. Кто знает? Лариса. А все, она уже это самое. Но она еще в больнице здесь лежит? Она здесь, да. Я к тебе поднялся, прежде чем к ней пойти. Она здесь, в травматологии. Да, 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 я знаю. Я вчера такое узнал, случайно совершенно. Вот. Думаю, у меня Кириченко то ли был, мы пьянствовали. Вот, поэтому я только сегодня приехал. Нормально, нормально. Сереж. Здорово, спасибо. Счастливо. Чего надо? Телефон у тебя есть, да? Я прямо здесь рядом, на Рафаминске. Когда переезжать, перевозить я куда-то, так что ты не переживай. Проблема в том, что мы хотели ехать к тебе. Мы устали дико. Ну ясно, ясно. Сережа, я тебя это самое вчера засниму. Так что, ребята, все нормально. Парень машет рукой, видите, я ему руки пожал, руки целые, работать будет и удивлять тоже нас будет. Сережа, мне дали только 2 минуты. Спасибо, Макс. А, счастливо, Сереж. Давайте. Да. Ну все, улыбаешься. С Рождеством, со Старым Новым Годом. А, счастливо. Счастливо.